И снова здравствуйте, всем привет. Итак, сижу тут, учу аккорды, и вот такая информация именно на полях YouTube. Я за нее, сказать честно, не знал. Так, расскажу сначала о курицах. Эти курицы именно для массовки, для мультфильма. Сегодня наделал, с работы пришел, и вот такие получились курятины. Ну, в принципе, для дальнего вида. Вот эта синяя, возможно, не очень, но тоже симпатичная. Ну, белая и серая точно подойдут именно для массовки. Пусть там ходят, клюют что-то, жители будут мимо ходить, куда-то не будет. Итак, возвращаемся к нашей информации, которую я вот надыбал, и, возможно, вы о ней не знаете, тоже как и я. Значит так, сочетание клавиш Ctrl-Alt-Q, и получается у нас вот такой внешний вид окон. Это как у Maya, 3D Max есть такая штука. Оказывается, она и тут есть. Я не знал. Не знал. Так, и, короче, все это дело отключается Ctrl-Alt-Q. Опять возвращайтесь назад. Можете тут все это дело работать. Потом Ctrl-Alt-Q включаете. Если вам нужно там сцену какую-то здесь в любом окне откатить назад колесико, ну, чтобы посмотреть, что вы там натворили. Через Shift можно это все дело тут передвигать. Также тут через Shift зажатый передвигать колесико. И эта штука тоже. Если перекручивать, то вот нампад. Ну, крутите вы именно вот это основное окно. Ну, вот такая информация. Смотрите мой канал. Все, всем пока, до свидания.